пробивает, и прямо над руками у Черчесова мяч пролетает. И роскошный совершенно дальний удар, мяч буквально за шиворот залетел. Ротор пытается свое наступление сейчас развить. И вот он, мяч, штрафной удар, и мяч залетает в сетку, гол! 1-0! Вот так немножечко неожиданно завершается первый тайм. К безумной радости одних болельщиков и к разочарованию других. И вот видим, как Денис Давыдов опускается за линию мяча. Это тоже помогает обороне. Достаточно низко, надо сказать, опускаются Химки. Удар поворотом, и гол 1-0! Вот так неожиданно пробивает из-за пределов штрафной. Здесь игрок Салюта и отправляет мяч в чужие ворота. Похоже, это Ивантеев. Да, это именно он. 1-0. Счет открыт. Андрей Ивантеев становится автором гола на 8-й минуте. Да, не ожидал этого, конечно, Станислав Черчесов. И вот прессинг в исполнении Туликов. И он работает. Изотов хорош на перехвате. Короткий пас. Чуть назад. Удар с дистанции. 1-0. И хватается за лицо, не понимая до конца, как ему удался этот удар. Автор гола в составе Арсенала 2. 1-0. И роскошный совершенно дальний удар. Мяч буквально за шиворот залетел Николаю Новикову. Табаков. Под удар хорошо и залетает. Какая красотища. 2-3. А концовка-то горячая будет. Концовка-то будет огонь. И это, конечно, заставляет игроков показывать максимум, на что способны. Хорошо, хорошо под удар. Какой мяч забивает сейчас Новосибирск. И чей круче, Мирзакова или этот? Дмитрий Рощупкин, вышедший на замену. Ну, как классно его Артемий Малеев увидел, да? Накатил мяч просто легкой. Такой легкий катящийся мяч, по которому попасть, ну, одно удовольствие. Как здорово отдавал эту передачу Артемий Малеев.